С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем, с новыми доходами, с новыми друзьями, с новыми радостями. Рассказ так и называется «Радости». До Нового года еще 7 долгих часов. Из соседних подъездов выходят 2 пожилых человека – Петр Сергеевич и Николай Иванович. У Петра Сергеевича на лбу в 2 местах налеплены пластыри. Николай Иванович держит руку на перевязи и слегка прихрамывает. «С наступающим! С наступающим! Как сам-то?» – спрашивает Николай Иванович. «Ничего», – отвечает Петр Сергеевич. «Дома все нормально?» «Нормально! Батареи текут!» Внук играл, молотком стучал. «Да господи, сейчас батареи-то делают», – сочувствует Петр Сергеевич. «Нет-нет, у нас старого еще образца». «Ах, старого? Да раньше батареи-то делали!» Неуверенно говорит Петр Сергеевич. «Внуку сколько лет?» 3 года. «Самый, я тебе скажу, прелестный возраст!» Петр Сергеевич оживляется, поправляет пластыри. «Самая сейчас радость от них!» «Да», улыбается Николай Иванович и поправляет руку на перевязи. «Самая-самая радость! Все хотят знать, везде лезут!» «У нас, не поверишь, сам стул поставил на стол, когда никого не было, забрался и молотком, как даст, по люстре!» «Сам!» – удивляется Петр Сергеевич. «Сам!» «По хрустальной!» «А твоей внучке сколько уже?» 2 и 3 месяца. Петр Сергеевич светится изнутри. «Минуты на месте не посидит! Минуты! Все, играй с ней! Прямо юла какая-то! Прячется, я ее ищу!» «Так спрячется, ни за что не найдешь!» 3-го дня в стиральную машину залезла. Еле вытащили. «В стиральную?» – поражается Николай Иванович. «Да как же туда можно залезть?» «Вот залезла. Хорошо, не включили». «Ну это прямо талант какой-то!» Николай Иванович долго удивленно мотает головой. «А у нас стиральную машину не включишь!» Так молотком дал по крышке, ни один ремонт не берет. «А наша вчера в холодильник залезла». «Ну уж», — не верит Николай Иванович. «Да, искали, искали, бегали, бегали. Я вот поскользнулся лбом о стену 2 раза. Так спряталась». «Вот я и говорю», — Николай Иванович смотрит куда-то в сторону. «Много радости. Нашли? Нашли. Сейчас выключили холодильник, не дай бог чего». «Это да, а у нас не включишь». «Почему?» «Не работает». «Молотком?» «Да». «Инженером станет», — уверяет приятеля Петр Сергеевич. «Скорее всего». «А твоя разведчицей?» Петр Сергеевич пожимает плечами. «Утром вот спряталась, не можем найти. Родители приехали, уже 2 часа ищут, все в слезах». «Где же она? А кто ее знает?» «Вызвали полицию с собакой. Может, собака найдет». «С другой-то что у тебя?» «Да так, пустяки». «Внук?» «Внук». «Молотком?» «Нет, ты что, мы с ним друзья, не разлей вода. Нечаянно он дверью прищемил». «Ну, это ерунда, это бывает», — Петр Сергеевич смотрит на часы. «Спешишь куда?» «Решил в аптеку сбегать. Хочу на всякий случай взять что-нибудь, если перелом вдруг или вывих». «Да, мало ли что», — соглашается Николай Иванович. «Йода побольше возьми». «А ты что же?» «Я уже сбегал». «Ну, еще раз тебя с наступающим, с новым счастьем, с новыми радостями. И тебе, как говорится, тем же самым, по тому же месту». Они прощаются. До Нового года еще 6,5 часов.